В рамках нового проекта «Дом садовода. Опора семьи» активисты партии «Единая Россия» провели своеобразный рейд по точкам продажи семян, саженцев и рассады. В числе первых проверенных оказались несколько торговых точек в Новом городе и на Верхней террасе. Проверяли наличие документов, качество семян и срок годности растений. Я считаю, что мы объехали и посмотрели максимальное количество всех посадочных материалов, является, конечно же, отечественное производство. Ну, а то, что касается рассады, конечно, это все в основном частники, которые обеспечивают все население посадочным материалом. Компанию проекту «Дом садовода» составили активисты другой известной программы «Народный контроль». Они обращали внимание на стоимость товаров и их происхождение. Было выявлено, что за последние две недели цены на рассаду значительно снизились. Что же касается самих поставщиков, то на всех точках продаж преобладали преимущественно товары российских производителей. А посадочный материал из-за границы, по заверению самих продавцов, адаптирован к российским условиям. Что касается рассады овощных культур, если две недели назад средняя цена была порядка 15-20 рублей за одну рассаду, то сегодня эта цена варьируется около 10 рублей. Нарушения были выявлены на рынке «Ланцет» на Верхней террасе. Здесь торговля для садоводов на специальных социальных местах – удовольствие платное. Эти социальные места, они для пенсионеров. Я, например, ветеран, я должен вообще не платить за место. А мы платим за этот столик 200 рублей в день. И плюс въезд на всех рынках бесплатный, а здесь платный – 60 рублей въезд. С вопросом садоводы обратились к координаторам. Проблему обещали решить в самое ближайшее время. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости «Ульяновской правды».